Спортивный комплекс был построен по инициативе «Единая Россия», и поэтому здесь всегда проходят соревнования краевого, федерального уровня, и наши муниципальные соревнования проходят на достаточно высоком уровне организационном. И я думаю, что уходящий год мы достойно проводим и встретим новыми результатами, новыми победами, новыми достижениями в спорте, те, которые будут украшать и радовать наших жителей. И эти победы, я думаю, что будут очень достойны в той плеяде звезд спорта города-курорта, которой мы принадлежим. Уважаемые анапчане, уважаемые мои коллеги, желаю вам в новом году как можно больше радости, семейного благополучия, достижения целей, не унывать, бороться до конца, быть сильными, быть ловкими, готовиться к ГТО, которое у нас сейчас внедряется. И я думаю, что вот тот спорт, который развивается в городе-курорте, мы еще всем покажем, что мы не только город-курорт, но мы и спортивный город. И все те достижения спорта, которые у нас здесь будут, они будут звучать не только в Краснодарском крае, но и в России.